давай. Чё, охренел, что ли? Мир спасать нужно. В предыдущей серии мы же его не спасли. И что самое печальное? То, что я же собрал себе рюкзак в поход для спасения мира, но забыл самую главную деталь, Поэтому нам сейчас с тобой ее нужно найти. Давай, пошли. Нет. Ананас? Нет. Где? Где то, что мне нужно, а? Вот что я забыл, самое главное для конца света. Труселя запасные. Вот сейчас и мир спасать можно идти. Вот сейчас погнали, давайте. Так, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и да, ты все прекрасно понял. Сейчас мы с тобой будем продолжать проходить самую нелогичную карту в Майнкрафте. Та карта, которая просто предвещала апокалипсис в самом Майнкрафте. Кто не знает, мы сейчас находимся с вами на 5-м уровне. В предыдущей серии, вот ссылочка, кстати, вот подсказочка, вот сверху на нее можешь нажать и посмотреть. Что я там делал в предыдущей серии, а потом возвращаться и смотреть сюда, потому что мы уже находимся на 5-м уровне, как я повторяю, и сейчас мы с тобой будем дальше же выяснять. Нет, не как дверь открывать, а что же странного происходит в этом мире Майнкрафта, потому что я не понимаю, в прошлой серии я выяснил то, что когда я смотрю наверх, подо мной появляется сундук. А сейчас его нет. А вот сейчас есть, но он пропадает сразу же. Если ты хочешь, чтобы Майнкрафт все же не умер, чтобы апокалипсиса не случилось, как в предыдущей серии, ставь лайкусик прямо сейчас на эту серию и напиши в комментарии, хочешь ты видеть больше прохождения карт. Если да, то я обещаю то, что я буду их пилить как можно чаще. А сейчас... нужно выяснить, как же нам спасти весь этот проклятый мир Майнкрафта и как мне взять и зайти в этот сундук, потому что, вот смотрите, там что-то появляется. Так, давайте мы опять станем на F5. Вот смотрите, я смотрю наверх, сундук есть. Но как мне успеть взять оттуда карту, я не могу понять. Не, слушайте, это нереально, это просто нереально. А что вообще находится? Все понятно, да. Это просто одна комната. Если мы выходим с этой комнаты, то нас тпшит в ту же. Поэтому мне нужно как-то забрать вот эту карту проклятую. Мне кажется, то, что я уже не знаю, как это делать. Поэтому мне, наверное, нужно будет посмотреть подсказку. Потому что я вообще не представляю. 5-й уровень. Подсказка. Когда ты смотришь наверх, что-то происходит сверху. Но это я уже... Это мы с тобой уже поняли. Мы же не тупые настолько. Мы смотрим вверх, и потом снизу что-то появляется. Ну как? Как мне взять вот этот сундук? А там что еще было написано? Если ты не понимаешь... Ага, не можешь получить эту карту, нажми сюда. Один блок был клонирован. Так этот уровень можно только было пройти через подсказку. Смотрите, какой просто автор-жопошник. Он специально сделал так, то, что человек будет полчаса проходить этот уровень и сможет его пройти только тогда, когда нажмет на подсказку. Потому что, как вы видите, блок клонируется только тогда, когда ты нажимаешь на вот этот текст подсказки. Я взял карту. Господи помилуй. Это проход, да, какой-то? Это нужно идти по координатам. То есть смотрите, как у нас на карте написано. Сначала нужно идти на север, потом на юг, потом на север, север, юг, юг, север. Только где север, а где юг? Если я туда пойду, подождите, где север, а где юг? А, вот север. Потому что даже на F3, когда включаете, вы можете посмотреть, что там написано North. North это означает север. Хорошо, нам нужно пойти на север один раз. Потом на юг один раз. Потом на север один раз. Еще раз на север один раз. Теперь на юг. На юг и на север. Ем!
ебой, ебой. Так, отлично. У нас сейчас кнопка бессмертия. Вы только посмотрите, как я сразу же ее заметил у себя в инвентаре. Кнопка бессмертия. Что я могу с этой кнопкой сделать? У меня такой вопрос. Да, замечательно, туда не могу прыгнуть. Что я могу с этой кнопкой сделать? Кнопка бессмертия. Странно. Странно. Опа! Смотрите, что они сделали. Я больше назад не могу вернуться. Просто замечательно. Попробуй умереть. Ну, если тут лава, то... Ты реально думал то, что это будет так просто, мне в чате пишут. Автор, ты жопошник, ты знал, ты жопошник. То есть я не могу даже умереть в лаве. Куда мне вот эту кнопку поставить? Ага, я смогу упасть? А, да, зашибись. Тут невидимые блоки, я туда упасть не смогу. Хорошо, что у нас вот тут? Ай! Потушиться. Откуда я прилетел? Может я... Прекрасно, я вниз не смогу упасть? Ничего не понимаю, так... Опасно! Падающие наковальни! Ага, да, только они куда-то падают, как-то криво падают, и мне на голову они не падают, и я даже не умираю. Просто замечательно, замечательно. Как мне вот туда забраться, у меня такой вопрос? Мне кажется, туда нереально забраться. Так, смотрите, если эта кнопка бессмертия, может ее просто выкинуть, я не буду бессмертным. Просто 300 IQ! Genius, genius, я даже не знаю, что сказать, ребята, это просто genius. 7-й уровень, кто не понимает, у нас с вами осталось еще 3 уровня. Так. Я нажал на какую-то кнопку, вот там есть кнопка. Там у нас есть сундук, тут у нас есть печка, и тут у нас фигня какая-то. Твою... Так, хорошо, хорошо, я уже лоханулся. Ой. Да шо ж-то так сложно? Где сундук? Где сундук? Слушайте, я уже... Да... Ядрить мой колотить, я... Так, сундук. Проклятый этот сундук, пожалуйста. Если я отсюда его возьму, вот. Больше ничего нет. Смотрите, там ломается пол, когда я открываю сундук. Поэтому, да, нужно брать вот эту фигню отсюда. Два железных наггетса. Что я с ними могу сделать? У меня такой вопрос. Тут у нас есть печка. Сзади печки вроде ничего нет. Замечательно. Потом тут у нас есть кнопка. И это все заново нужно проходить, потому что уровень обновляется. Прекрасно. Так, там у нас невидимые блоки, кто не понял. Ага. Я понял то, что там у нас есть невидимые блоки. Просто прекрасно, хорошо. То есть нам нужно пропрыгать сюда, забрать... В смысле, ёпты, это как же это, что сейчас было? Вот так, забрал предметы. Потом возвращаемся обратно. Я на это нажал, не знаю, что это делает. Потом куда нам нужно? Нам нужно... Как сложно! Ага, хорошо, запрыгнул сюда. Тут у нас есть какая-то кнопочка, которую я заметил. Только я не понимаю, что она делает. Ага! 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 Так, вот сейчас нам нужно вернуться обратно. Главное не умереть, пожалуйста. Нам нужно вернуться обратно и забрать из этого сундука железные наггетсы. В смысле?! Я что-то не понимаю, почему вот этот блок тут пропадает? Может, мне реально нужно на эту кнопочку нажимать каждый раз, чтобы этот блок не пропадал? Замечательно, хорошо, хорошо. Сейчас нам нужно пойти сюда. Идем сюда, Джефф. Потом мы с тобой берем кактус. И берем что? И берем уголек. И потом с уголька я получаю 3 железных, и после этого я получаю кнопку. Можно поместить на алмазный блок. Замечательно, замечательно, просто все изи и... НЕТ! Твою мать! Фу! Так, тут не упал, потом мне нужно пойти сюда, где печка.
поставить пережариться наш кактус, чтобы получить краситель. Краситель наш уже почти готов. Забираем краситель, главное сейчас не умереть. Забираем краситель и потом возвращаемся к этому чубзилету. Пожалуйста, пожалуйста, я уже думал, что я опять упал, не нужно, пожалуйста, падать. Потом берем наш краситель и забираем 3 наггетса. С этих 3 наггетсов мы можем взять что? Что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно опять взять уголь. Мне нужно опять взять кактус. Потом поставить уголь, кактус. С этого я получу редстоун. И с редстоуна еще с одного наггетса я получу кнопку. Эту кнопку я могу поместить на алмазный блок. Только я даже не проверял, что там на алмазном блоке. Может, я сейчас просто упаду? Так, тут... Слушайте, я боюсь нажимать на эту кнопку. Зачем я ее вообще заметил? И что она? Ладно. Не представляю, что она сделала. Ставим. Алло! Вы понимаете то, что я даже на эту кнопку нажать не могу? Чё за... Так. Чё делает эта кнопка? Чё делает эта кнопка? Я ничего не понимаю, как проходить этот уровень. Тут у нас ничего нет. Есть сундук, подождите. Я ничего не понимаю на самом деле. У нас есть Джефф, наш дружок, на нем есть кнопка. Эту кнопку мы нажали. По центру кнопку мы также нажали. В сундуке больше ничего нет, если я туда пойду, то я упаду. Потом, на алмазном блоке у нас кнопка не нажимается, и на вот этом блоке у нас кнопка не нажимается. Подожди. Только я ее сейчас заметил? Или ты ее тоже видел? О, господи, подожди. То есть все это я зря проходил, да? Или нет? Ладно. Ладно. Уровень. Господи, мне уже страшно. Я не хочу показаться нытиком, но... Как бы, мадамы, мадмуазели, месье, кто у нас есть тут в чате? Вы вообще понимаете, как этот уровень... Ядрить, колотить! А еще и тут что-то есть. Еще и тут что-то есть. Господи, как эту фигню пройти? Да ну вас нафиг, это нереально! Ну, в смысле то, что уровень какой-то слишком огромный. Так, отлично. Хорошо, мы сейчас с вами пропаркурим, мы же с вами паркур-мастера просто. Мне нужно... Смотри, там есть какая-то... Я нажал на кнопочку. Ура, что это такое? И зачем мне туда идти? Ладно, да давайте я пока туда не буду идти, потому что я не... 4 блока, я не смогу туда допрыгнуть. Да, тут чекпоинт. Замечательно. Так, хорошо. Ядрить, колотить! Слушайте, как это сложно! Ура, я уже почти забрался. Тут у нас чекпоинт, очередной чекпоинт. Идем сюда. Потом. Идем сюда. Опа. Ага. Что дальше? Ага. Я уже на самой верхушке! Ага. Мне дали удочку. Так, я нажал что-то. Я что-то нажал. Нажимная плита. И еще одна нажимная плита. Нет, еще одна нажимная плита. Вот, нажал. Мне еще одну удочку дали. А, нет, просто когда я стою на этот блок, мне дают удочку. Мне кажется, ли этот уровень просто какой-то забаганный, потому что я ничего не могу сделать. Ага, я нажимаю на вот это, и я нажимаю... Нет, я нажимаю на вот эту плиту, ничего не работает. Просто прекрасно, да. Замечательно. Ага. Угу. Я вообще не понимаю, как работает этот уровень. И что тут делать?
Ага, ага. А, песок нужно переместить куда-то. Только куда? Куда? Поднимаю вот это. Нет. Все, все, все работает, все, все работает. Наверное. Подождите. Все перемещается. Нет. Сюда, сюда. Сюда. Нет. Да куда, куда ты перемещаешь? Слушайте, как это... Я что-то переместил куда-то, я его сюда вниз переместил, только... Ага, да, прекрасно, просто прекрасно. Да твою... Только не говорите, что это все заново нужно проходить, пожалуйста, потому что если заново, то я сразу выпилюсь. Нажимаем сюда. Ох, как же это сложно, слушайте. Нажимаем сюда. Нет, это просто нереально на самом деле. Нужно нажать сюда. Как это сделать? Нет, это мать твою нереально. Это просто нереально. Слушай, ладно, давайте возьмем подсказку. Я просто не знаю, как это пройти. Нам нужно спасти мир. Делай то, что говорят подсказки. Какие подсказки? Ты думал то, что это можно сделать так просто, опять может сломать алмазный блок. Тут алмазных блоков нету. Чё я могу сломать? Какой алмазный блок? Чё мне втирают? Какой алмазный блок? Мне дали какую-то палку. Какой алмазный блок? Тут алмазных блоков даже нету. Что я могу сломать с этой палкой? Я даже не знаю, как пройти этот уровень, потому что этот уровень слишком сложный. Я попробовал уже и паркур, я попробовал уже и песок поперемещать, но тут, наверное, забаганное просто, потому что я не могу ничего перемещать. Может опять что-то повыбрасывать, я не знаю, вот это выбросить, понажимать, выбросить вот это, перезайти в игру, я не знаю, потому что вы понимаете то, что... Я прошел карту? Я прошел карту после того, как я перезашел в Майнкрафт. Ну ты сволочь, конечно, автор! Вы вообще понимаете, что он сделал? Он сделал непроходимый последний уровень, и я случайно догадался тем, что я просто взял, вышел из Майнкрафта, точнее из карты, и зашел обратно на эту карту. Я ее прошел вот этим. Ладно, я не буду бомбить. На самом деле, я очень рад, что я хотя бы смог спасти мир Майнкрафта, потому что это какая-то жесть. Мне нужно срочно попить водички. Я сейчас себе налью воды. А ты, если хочешь продолжение, ты обязательно должен поставить лайкусик прямо сейчас. Ребята, давайте наберем хотя бы 20 тысяч лайков на вот этой серии. Я обещаю то, что я сразу же выпущу продолжение. Вот прям сразу же, в ту же секунду. Поэтому ставь лайкусик прямо сейчас. Ставь лайк. Обязательно подписывайся на канал, если хочешь больше прохождения карт. И также не забывай писать в комментарии, хочешь ты их или нет. Я говорю тебе еще раз огромное спасибо за то, что посмотрел этот ролик. Удачи. И до свидания.